Здравствуй, дорогой зритель! В эфире авторского нового канала молодежная программа «Французский хот-дог». Сегодня мы, как всегда, поделимся с вами информацией, которую успели набрать за прошедшую неделю. И с вами, как всегда, Марина Табатадзе, Евгений Сергиенко. Ой, и чуть не забыла, наш человек-загадка. Готова поздравить тебя, Женечка. Сегодня ровно месяц, как ты занял пост моего соведущего. Все потому, что Александр Пименов ушел в армию. Казалось, проводы были совсем недавно, а он уже успел пройти курс молодого бойца и торжественно принять присягу. С места события наш сюжет. Сегодня мы в прекрасном и дружелюбном городе Волгограде, город-герой. Сегодня у нас знаменитое событие, потому что сегодня еще один хороший человек присягнет своей родине и будет защищать нас, простых мирных граждан. Рубрика «Круче Чака» сегодня посвящена Саше Пименову. Ты сегодня «Круче Чака». Я не спал. А призывникам, вот знаете, есть такая пословица, да? Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай, чтобы дольше летело. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Что можно сказать? Привет вам, дорогие волгодончане, те, кто смотрит программу. А как наша программа называется? Привет всем, кто любит программу «Французский хот-дог». С вами снова я, Александр Пименов. На этот раз у меня новая форма, как вы видите. Пока Саша будет служить в городе-герое Волгоград, мы будем держать вас в курсе событий. А пока я предлагаю перенестись на настоящее поле боя, где тренируется волгодонская команда регби «Сфера». Цель игры – нужно занести мяч в зону, в зачетную зону соперника. Значит, задача. Другая команда не должна этого дать. Запрещается входить в игрока с кулака, с локтя, с колена. Запрещается хватать за шею, пресекается. Для спортсмена разных уровней важна разминка, поэтому разминаемся. Сердце стучит, хочет пулею вырваться. Взгляд придает, с напряжением не справиться. Давай! Спасибо! Не бросай меня, друг! Год. А с какого возраста вообще можно заниматься? На самом деле мы производим набор с 12 лет сейчас. И по мере комплектования групп формируются группы там, 12-летних ребят. И они между собой играют. То есть, естественно, 12 лет мы не ставим игроков 12-летних, не ставим против игроков 25-летних. Мы сейчас участвуем в чемпионате России. Значит, с нами участвуют такие города, как Таганрог, Ростов, Волгоград, Краснодар. И к нам еще бывает подключаются северо-кавказских республик, северо-кавказского федерального округа.
3 числа в Северной Осетии, июня, в Северной Осетии едем туда, там играем тур. Тренировка прошла успешно, чему надо меня научили, и что хотелось бы сказать напоследок. Беги, Форест, беги! Кстати, все, кто любит спорт, приглашаются в команду. Вес, возраст и рост не имеют значения. Главное – желание и упорство. Остальному научат. Это я вам говорю как человек, попробовавший этот вид спорта на себе. И еще один анонс ближайших спортивных мероприятий. А именно, если позволит погода, уже в эти выходные на площади перед Комсомольцем пройдет фестиваль «Территория Urban Культур Black Top». К участию приглашаются все, кто знает, как выглядит баскетбольный мяч и кольцо. Что же мы еще делали на этой неделе? Ничего особенного. Просто гуляли по городу, общались с жителями. О том, что из этого вышло, в нашей постоянной рубрике «Наши люди». Один, два, три. Полет нормальный. Нормальный. Женечка, как ты думаешь, зачем мы сегодня вышли с тобой на улице нашего любимого города? Ну, ты очки хотела купить. Ну, не только из-за этого. Для чего еще? Ну, я так думаю, что мы сейчас проведем опрос, как наши волгодончанцы отдыхают летом. Да, поехали. Расскажите, пожалуйста, как вы проводите лето? Где отдыхаете? Ну, ездим на судоходный, загораем, купаемся. Ну, летом в основном в городе отдыхаем, потому что базы отдыха есть, все рядом. На базу ездим, на море отдыхать, если работа позволяет и деньги. Я хожу по выходным на рыбалку. Да вы что? Да. Какую рыбу ловите? Карпика в основном. Карпика? Да. На что ловите? На перловку, на червя. На уточку? Да. Сети не ставить? Не, вы что, больше, я не любитель, так мне нравится сам эффект этот, который она клюет, не клюет, клюет, не клюет. Белый шоколад. Как вы относитесь к курортным романам? Даже не знаю. Ну, так. Отрицательно отношусь. Мое отрицательно, конечно. Мое положительно, конечно. Но вы вот считаете, что курортный роман, он должен остаться курортным романом, или может что-то быть большее все-таки у людей? Я думаю, что может быть, если люди нашли друг друга. Ну, смотря какие ситуации, может быть, и останется просто курортным романом, а может быть, и будет продолжение. Знаете, курортный роман, это, знаете, сейчас это очень опасно. Да мало ли, еще таковы и нарвешься, смотря, а то и будут и прибитым. Говорили, чем они на курортах-то этих занимаются. Как туда только по тоскухе-то эти попадают, а? Да что ж вы им путевки-то на юг выдаете? Я понимаю, очень трудно такое сразу принять сердце. Но ведь мы с вами люди, и у нас есть разум. Что такое? Что это вы на меня так смотрите? Ты ли, че ли? Я.
До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно. Сейчас я тебя провожу! Девушки, уймите вашу мать! Ну вот и все. И в очередной раз нам придется сказать вам до свидания. Увидимся на территории киноразвлекательного комплекса «Комсомолец» или в эфире авторского нового канала. Выключай, иди работай. Прическа ведущей выполнена мастером Элеонорой Акуловой. Учебный центр «Образ». Улица Маршала Кашевого, 4. Мы поможем создать неповторимый образ. В новой коллекции «Гланс» лето 2012 вы будете выглядеть сильной, умной, энергичной, целеустремленной, готовой к любым поворотам судьбы. И при этом оставаясь красивой, нежной и загадочной. Всегда с законами гармонии в «Гланс».